Информационно-аналитическая система мониторинга «Медиалогия» составила рейтинг цитируемых губернаторов-блогеров за июль этого года. Одним из глав, резко улучшивших свои позиции в данном рейтинге, стал временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Игорь Кошин. Глава округа поднялся на месяц сразу на 12 пунктов и занял 8-е место в рейтинге. Одним из наиболее цитируемых стало сообщество «В живом журнале» о презентации основных направлений развития Ненецкого округа до 2025 года. Добавим, что лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.